Мы видим, что Запад говорит о демократии и свободе, и они обеспечивают самый главный базис вообще любой демократической страны – право на жизнь. Право на жизнь. Даже если эти люди нарушили какое-то законодательство, никто не вправе людей убивать. Это, ну, извините меня, основа человечества. Значит, мы кто мы? Люди или нет? Вот те, кто так делают, это не люди.